Постановка Мурада Галаева «Дей Адатыш» – это своего рода путешествие во времени. По сюжету Зарахмат, статный юноша 23 лет, втайне ходит к роднику на свидание к Зейбе, самой завидной невесте села. Завести тему женитьбы с матерью молодой человек все не решается. Но помочь Гаремыке вызываются друзья. Получив благословение старших, мужчины отправляются на смотрины. Скромные девушки и гордые мужчины. Если горянки во время сватовства показывают свою воспитанность и пытливый ум, парни соревнуются в красноречии, юморе и притчах, приведенных к месту. Герой Вахи Хадзиева – тамада, что называется, руководитель процесса, который где надо и поддержит друзей, а где надо и успокоит. Самые красивые обычаи, самое красивое внутреннее духовное состояние, я думаю, будем опираться на самых лучших наших людей, парней, девушек. Этот, конечно, мне близок этот персонаж, потому что сам являюсь частью этого народа. Поэтому я хочу показать его самой красивой, самой хорошей стороны, самой правильной стороны. Это мне близко. Окунуться на время в далекое прошлое, в жизнь наших предков. Для этих школьников это не просто наивная мечта, а действительность. Творчество людей, в основе которых традиции народа, его вековые адаты, настоящее связующее звено между поколениями. Сочный колоритный язык и искрометный юмор никого не может оставить равнодушным. Лейле Муружевой только 12, но она часто зритель на театральных постановках. Вот и мимо спектакля «Дей Адатыш» пройти не смогла. Мне очень понравилось, как они показывали детям, маленьким и взрослым тоже, как наши отцы и прадеды соблюдали ингушские обычаи, традиции. Жизнь целого народа сквозь веху лет. Есть здесь место и шуткам, и прибауткам, и веселым танцам, и розыгрышам. Но в основе всего уважение между поколениями, между женщиной и мужчиной. Именно это и покоряет даже самого искушенного зрителя. Они показали нам про наши традиции, про обычаи, тот наряд, которым носили наши предки. И все это, конечно, было для нас примером, для меня, для наших одноклассников. В современное время, когда богатству ингушских традиций в нашем обществе уделяется все меньше внимания, укрепить и сохранить знания о датах среди молодежи – настоящее дело принципа, чтобы подрастающее поколение не забывало свою культуру, какой она была и 250 лет назад, когда Ингушетия добровольно вошла в состав России. Поэтому поддерживать подростков в национальном духе стараются как сами артисты студии театра и кино «Берт», так и педагоги в школе. В целях празднования этого 250-летия мы и по всем классам проводили мероприятия и проводили открытые классные часы. Традиции как монолит этноса и культурного наследия определенного народа связывает как молодежь, так и взрослых людей, рассказывают деятели культуры. И справедливо замечают, горцы и горянки Ингушетии представляют собой грациозность и искренность не только на сцене, но и в жизни. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.